Обновление 1.9 для World of Tanks выйдет через считанные недели. Но на общем тесте можно уже сейчас узнать, что ждет игру в будущем. Увеличение очков прочности у низкоуровневых машин. Глобальное изменение деревьев исследования и коллекционная техника. Подробности обо всем прямо сейчас. Игроки положительно восприняли идею повышения прочности техники с 1 по 6 уровень. Отзывы совпали с изначальным замыслом разработчиков. Прочность — это важный показатель для выживаемости танка. И чем он выше, тем лучше. Особенно это понравится новичкам. У них будет больше времени, чтобы разобраться с основами игры. А ошибки перестанут быть такими фатальными. После обновления повышение прочности танков от уровня к уровню станет более равномерным и понятным. Исчезнут внезапные скачки параметров. С учетом новых условий, у некоторых танков закономерно увеличится боезапас. Как все эти изменения повлияли на бои, можно узнать на общем тесте. Другое важное нововведение, которое сразу бросается в глаза — изменения в деревьях развития. В игру на протяжении многих лет добавлялись новые танки. Это привело к тому, что ветки превратились в сложные конструкции. После обновления они станут понятнее и удобнее. Теперь центральную линию в дереве каждой нации занимают тяжелые танки, как самый простой в освоении тип техники. От них идет ответвление на средние танки и ПТ-САУ. Сверху разместилась артиллерия, а снизу — ЛТ. Все премиум-машины переехали в отдельную секцию. По наведению курсора она становится больше. Можно рассмотреть всю технику, разделенную по уровням. Для более корректного построения веток некоторые танки сменили свой уровень или тип. Таких случаев немного. Изменения произошли с британскими, советскими, немецкими машинами и двумя танками США и Японии. Не обошлось и без новинок. СССР, Британия и США получили по одной совершенно новой машине. Чем не повод отправиться на общий тест и взглянуть самому? При взгляде на обновленные деревья исследования возникает естественный вопрос. Что будет с остальными танками? Они никуда не пропали. 92 машины многих наций с 1 по 10 уровень были убраны из веток, но не выведены из игры. Они получили почетный статус коллекционных. Теперь добраться до желанных десяток станет проще, ведь на пути будет заметно меньше низкоуровневой техники. Отыскать новое место расположения всех коллекционных машин можно двумя способами. Зайти из ангара в магазин и выбрать соответствующую вкладку. Или прямо из окна исследования перейти на страницу коллекционной техники этой же нации. Все машины доступны за кредиты. Чтобы иметь возможность приобрести какую-то из них, достаточно исследовать один танк аналогичного уровня той же нации. Коллекционный танк ничем не отличается от обычной техники. Например, после покупки остается необходимость исследовать и докупать модули, чтобы вывести его в топ. Он привлекает другим. Чтобы его приобрести, не нужно тратить опыт. И его проще сделать элитным. Хорошая новость как для новичков, так и для опытных танкистов. При переносе танков во вкладку «Коллекционная техника» предусмотрена компенсация. Нюансов и взаимосвязи масса. Но все они объединены одним принципом — игроки ничего не потеряют. Ознакомиться с механикой компенсации можно на общем тесте, а все подробности узнать из детальной статьи на портале. Коллекционная техника позволит сделать ветки многих наций лаконичнее и яснее. При этом игроки смогут продолжить собирать обширную танковую коллекцию у себя в ангаре и получать за это почетные звания. Участвуйте в общем тесте обновления 1.9 и делитесь своим мнением о нововведениях в World of Tanks. Удачи на полях сражений!